На конкурс дети читают стихи. Редькина Полина, 11 лет, город Омск. Сергей Александрович Есенин, письмо матери. Ты жива еще, моя старушка? Жив я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня, не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне.